Все новости и итоги дня НХЛ для россиян. 60-е очко Додонова, 37 сейвов Бобровского 30 марта 2018 года. 9 часов хоккей. НХЛ в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Евгений Додонов отличился в третьем матче подряд и теперь на его счету 60-26-34 очков в нынешнем сезоне. Сергей Бобровский отразил 37 бросков и упустил шатаут за 22 секунды до конца третьего периода. Евгений Свечников впервые в карьере набрал больше одного очка за матч, а Александр Радулов установил личный рекорд по игровому времени после возвращения в НХЛ.